пример того, что мы теряем. Вот вы думаете, я знаком с Ниной Акимовой? Вот. Когда-то много-много лет назад, я понимаю. Вот. Она у меня добыла черенки, косточки абрикосов и персика. Так. Она пишет много лет назад. Пишет, что живет в Ульяновске. Пишет, что теперь не только у нее растут крупноплодные абрикосы и персик. Растут без укрытия. То есть, видите, даже персик. Абрикос уцелел. И вот, смотрите, вся тонкость. Можно было прочитать и не обратить внимания. Опять такой же случай. Абрикос уцелел из 5 взошедших косточек. Оказался самым крупноплодным. Крупнее, чем у привитых. Вы понимаете, о чем речь идет? Речь идет о том, что у нее тоже получился феномен. Так же, как вот в самом верху, вспоминайте. С чего мы начали. Абрикос из косточек оказался крупнее, чем у привитых. На рынке покупатели не верили, что эти абрикосы растут у нас, они привозные. Я, конечно, рассказываю историю их происхождения. Как она на рынке оказалась? Она что, получается, торгует абрикосами? Я в это поверю. Привитые абрикосы на второй, третий, на четвертый год, помните Чернобаева? А может быть, и персиками торгуют. Я привожу Чернобаеву два этих самых кустика, ну как кустика, привитых персика, вот такие вот. Вот. У него на второй год несколько штук, на третий год вот столько, на четвертый год где-то полведра, а на пятый год, или даже на четвертый, на каждом дереве больше 1000 штук висело. Вот деревья вот такие вот небольшие. Вот. Поэтому, скорее всего, у Нины это же повторилось. Так? Раз пишет, что на рынке покупатели не верили, значит, получается, что она сидит на рынке и торгует этими же плодами. Но это что такое? А в чем я возмущаюсь? Почему? Вот. Профессор Капица про страну идиотов. Да дело в том, что я нету у меня в моем этом, как говорится, в списке никакой Нины Акимовой. Почему? Потому что это было много лет назад. За это время я не раз терял переписку. И наверняка я не найду ее никогда. И она не мне это писала. Вот. Она писала этот Троценко, который меня представлял в этом. Берет кусочек нашего вебинара, переводит текст, освежает фотографии. У него есть копия моего до этого самого архива. И вы в этот... А там ниже пошли комментарии. Вот один из комментариев. Я что, это придумал? Я пробовал хоть что-то бы убрать. И у меня не получается даже за это, зачернить, ничего не могу. Вот. И вот Елена Санна. А где это? Кто у нас в Ульяновске? А? Вот сходу даже не вспомню. Где наши люди в Ульяновске? Как ее найти, если она на рынке торгует только? Где еще найдешь ее? Вы понимаете, что у нас должно быть представительство по всей России. То есть, я говорю, Омске, понятно, Юлия Матвеева. Вот. Я понимаю так, что это самое, там наши люди есть в Калининградской области. Помните феноменальные результаты? Вот. И где наших только нет. А вот, я не говорю, что именно это. Но абрикос из косточек стал крупнее крупноплодного. Это феномен. Но его все равно надо переносить на подвой. Вот я к чему говорю. Мне вот это зло взяло, вот эти несколько фотографий пришли сразу. Ой, этих. Это мне прислал Троценко. Я понятия не имею, где она, что она. Если бы не уважаемый Олег Красилович, я бы не признал бы это.